Толкалина и Вадим Любушкин. Твист. Эта музыка дает им еще один балл для того, чтобы получить лучшую оценку. 10. В этом танце будет совмещено несколько стилей. Будет и твист, и рок-н-ролл, и квикстеп. А это для чего вообще? Все наши танцы, как мне кажется, были похожи на королеву и ее кавалер. А здесь я очень простая русская девушка. И оп, только русские могут, да, вот так прям. Оп. Я наконец-то буду характерной героиней. Для меня очень важно здесь, чтобы мы были тем целым, единым, без конфликтов, без каких-то непониманий. Раз. Куда ты меня толкаешься? Вот не прижимайся ко мне так, пожалуйста. Давай порепетируем так, чтобы мне было удобно тоже, можно? Перед субботой мы каждый раз миримся, потом после этого мы ругаемся ужасно. Ну, понимаешь, невозможно. В данном персонаже, как я буду выступать, я должен быть очень позитивным. Это очень сильно зависит от Любы. Я очень прошу тебя придумывать что-нибудь. Я придумаю, ходить... но ты давишь. Нельзя давить на людей, особенно в танцевальном процессе. Все окей? Да, давай. И... Никто не знает, но по ночам я не высыпаюсь, потому что я выпиливаю из фанерки памятник Любушкину. Да, а я вот... В конце проекта презентую его. Я тогда побреюсь. Не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой не мечтал до зари, друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Приезжай и пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей. Помнишь мои, если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли.
Толкалина, Вадим Любушкин. Александр Сергеевич Пушкин даже принял участие в этом танце. Ну, я вас поздравляю, друзья, с счастливым событием. Дорогие Вадим и Любовь, привет вам. У тебя два букета. Ну, вы дышите, потому что твист-танец, конечно, очень бодрый. А, Лена, мне хочется сразу к вам обратиться, потому что какая-то стабильность вот в ваших отношениях с этой парой. В прошлый раз ваша оценка в очередной раз была самой низкой. Как сегодня удалось? Вы знаете, мне действительно очень-очень нравится ваша пара. Вы очень друг другу подходите. И, знаете, наверное, Любовь, чем больше вы изучаете танцы, тем больше эти танцы становятся частью вас. И это очень хорошо, потому что вы себя стали более уверенно чувствовать на паркете. Да? Это правда, спасибо. Правда, да. Единственное, что мне немножко показалось моментами, что были какие-то... как это, замешательство. То есть, когда ты оставалась одна и ждала своего мужчину, ты не знала, что это делать, и ждала, когда же он придет. И вот эта вот подготовка, не надо мужчину ждать, он придет по-любому. Тем более такой партнер, как Вадим. Да? То есть, хотелось бы, конечно, чтобы твой танец заполнялся самостоятельно от и до, без вот этих каких-то замешательств и без ропота. Ну, а теперь со стороны жениха выступит Максим Кожевников. Ну вот Лена сказала, что ей немножко показалось, а мне не кажется и не немножко. Я вижу, что это не твист. Это было одно движение из твиста. Я видел одно движение, постоянно повторяющееся. Шуга-пуш из латиноамериканской программы из джайва, оно вообще не подходит здесь по хореографии к этому стилю музыки. Это было достаточно слабо. Твист танцуется намного ниже. Это танцевала моя мама. Я это смотрел, я с молоком матери впитал это. А Пушкину думаю, понравился шуга-пуш. Вот. А потом я сравниваю вас с вами же самими. Сейчас пряники у меня закончились, вот, например. Это четвертьфинал. Здесь нужно выдавать лучше, чем вы танцевали танго. А танго было классно. А это было поверхностно для меня. Мое, я очень уверен... Очень уверен, абсолютно уверен в своем субъективном мнении. Поэтому, зрители, голосуйте за своих любимых, и это изменит результат. А, Игорь Яковлевич, у вас есть пряники для наших участников? Надеюсь на это очень. Я не знаю, что там с твистом произошло, но как у нее горели глаза, как они разыграли этот спектакль, вот этой быстрой любви, когда продавщица-мороженец... Мороженого вдруг стала невестой. И мне кажется, так такое бывает. Счастье. Вот так все люди должны жить. Вот самое главное для меня здесь, это их лица. Я смотрел на выражение лица, потому что то, что они делали ногами, я все равно не смогу оценить по достоинству. А это было очень красиво, это было здорово. Хлопайте громко! И еще одно, красота спасет мир. Поэтому для меня это наивысшая оценка. Спасибо большое, Виктор Яковлевич. Я вас, кажется, Игорем назвала, да? Это у нас крутой, другой знаменитый композитор. Людмила Васильевна. Пушкин был настолько горячим, что перед ним растаяла мороженщица Любовь Толкалина. Люба, Вадим, хватит уже обниматься с этими заклепанными хип-хоперами. Садитесь на диван. Люба, вообще ваш супруг знает, что вы второй раз бракосочетались? Что-то смешишься-то? Это сюрприз для него будет, да? Егор меня видел уже в очень многих образах. Так, звучит как программа для взрослых. Так, ага. Вообще, замечательный номер. Я хотел бы сказать всем нашим телезрителям, если вам показалось, что памятник Пушкину вам кивнул, подмигнул или помахал рукой, это значит, мороженое было просроченное. Ты в микрофон говори. Люб, ты же на телевидении. Года. Я все время забываю. Да, ты забываешь, что ты на телевидении. Ты знаешь, что тебя по стране показывают вообще, что люди смотрят? Что муж свадьбу увидит. Ты в курсе вообще, что это шоу не ограничивается Садовым кольцом? Здесь еще дальше распространяется, да? Ну, конечно. Ну, я хочу спросить у твоего новоиспеченного жениха. Вадим, ты и по жизни такой робкий? Потому что если так долго ждать невесту, может букет превратиться в гербарий. Ну, я очень терпеливый. Я люблю ждать.
Для нас, кстати, было несколько откровений сегодня на паркете. Первое откровение, это, конечно, то, что сказал Максим Кожевников. Дословно, если вслушаться, что сказал Максим, после вашего танца он сказал: «Танцевала это, танцевала моя мама. Люба, у тебя такой взрослый сын, Максим. Почему ж ты его не ругаешь за низкие оценки?» Нет, Максим все время все говорит правильно. Я очень люблю Максима за его глаз алмаз. Ага. Действительно, твист танцуется чуть ниже. Спасибо. Мы слишком высоковаты для твиста, мы это знали, поэтому мы танцевали. Если бы еще и ниже танцевали, достаточно было эротического поцелуя в конце. Кстати, ты не ожидал, что будет, что будет французский поцелуй такой, да? Ага. Дело в том, что Глеб Савченко первое же, что сказал, увидев вас целующимся, он сказал: «Они что, реально целуются?» То есть сразу было ясно, что ему с Аделиной это делать запрещено. Уважаемые судьи, оцените, пожалуйста, все вместе. А, да, кстати, одну минутку, один звонок. Алло, алло, Тула, у Кожевникова закончились пряники, да, подвезите. Максим Кожевников. 7. Вау. Людмила Максакова. Людмила Васильевна долго что-то достает. Да. Видимо, оценка высокая. Очень. 8. Сергей Филин. 8. Елена Самоданова. 8. И Виктор Дробыш. 10. Спасибо, Виктор, спасибо. 41 балл получают Вадим и Любовь. Ох, чувствую... И последние три места сегодня занимают пары. Екатерина Волкова и Михаил Щепкин. Любовь Толкалина и Вадим Любушкин. Валерия Германика и Максим Петров. И сейчас мы узнаем, кто из этих трех пар останется в нашем шоу. Итак, насколько я понимаю, в шоу остаются Екатерина Волкова и Михаил Щепкин. Друзья, друзья, я напоминаю, что у членов нашего жюри осталась одна возможность спасти звездную пару. Однажды они уже делали это. И сейчас я обращаюсь, я практически даже умоляю. Дорогие друзья, сегодня в четвертьфинале произойдет ли чудо? Сереж, скажи, пожалуйста. Сергей Юрьевич, вам слово. Я прошу, можно несколько секунд для того, конечно, чтобы жюри могло конечно, принять решение? Конечно, сейчас жюри совещается. Итак, уважаемые зрители, у нас в аутсайдерах две замечательные, талантливые пары. Это Любовь Толкальна и Вадим Любушкин, и Валерия Германика и Максим Петров. Сейчас мы даем несколько секунд, буквально, может быть, полминуты нашим уважаемым судьям, чтобы они решили, так как, видимо, они хотят все-таки спасти готово эту решение, пару. Сергей какую Юрьевич. Пару они спасают? Общим решением жюри мы хотели бы дать возможность участия в полуфинале паре Любе Толкалина. Итак, в полуфинал проходит пара Вадим Любушкин и Любовь Толкалина. К сожалению, друзья.